На пути Утесная работает дорожная техника. Бригада равняет глубокие провалы в асфальте, которые приходилось объезжать по пути в село или в Изумрудную долину. Однако здесь недостаточно просто залатать ямы. Приходится докапываться до основания проблемы. Много лет асфальт ломали так называемые пучины. Потому что сюда глину завезли, кто-то глину навез на эти участки. Все, она во время паводков раскисает и получается пучина. Раскисает. И там нет просто основания под асфальтом. Из-под асфальта выкапывают глину и заменяют ее на скальную породу. Затем делают свежее покрытие. На участке дороги протяженностью 1 километр 700 метров специалисты насчитали около 20 таких пучин. В отдельных местах придется разрывать больше сотни метров дороги, чтобы устранить проблему. По дороге на Утесное делают комплексный ремонт. Подрядчик поменяет не только покрытие, но и сделает водоотведение. Основу для будущих кюветов уже нарезали, но пока это черновая работа. Полосу отвода нужно будет выровнять и очистить. Дорожный ремонт оплатят из городского и краевого бюджетов. Мы выходили на аукцион с 18 миллионами, первоначально было. Ну, так как вышли подрядчики нормальные, и получилось по аукциону, мы сэкономили 5 миллионов. Сейчас дорога будет стоить 13,6 миллионов. Есть возможность, есть деньги, нужно сделать нормальную дорогу, качественно и добросовестно. Большую часть расходов по этому объекту взяла на себя краевая администрация. Муниципалитет потратит около 3 миллионов рублей. Официальная приемка дороги пройдет в октябре. Однако глава администрации Уссурийска подчеркнул, что если работа будет сделана некачественно, округ не выплатит за нее ни копейки. Евгений Талов, Анатолий Молчанов, Телемикс.